поехали в горы. И сейчас пойдем сюда вверх. О, на ту вот гору. Ребята взяли свои экипу, в общем, вещи для того, чтобы по скалу лазить. Я уже так делала, я уже лазила по скалам, но не на такую огромную высоту, потому что это очень большой наклон, и это очень такая challenging гора, вот именно та. То есть мы доходим до туда, и там будем уже... Ребята будут по ней карабкаться, и я, скорее всего, просто побуду там внизу, порастягиваюсь, вам видосики поснимаю. Вот, но не буду лезть на самую-самую гору, потому что это все-таки очень такая необычная штука. Стенки вон идут. И да, очень жарко сегодня. Вот. Ну, вообще просто нереально. У нас все планы изменились. В Рио отменили, в общем, в Рио ЧП, там много людей погибло из-за дождя и из-за ветра, и поэтому мы думали, куда нам поехать, и вот нас пригласили сюда, и мы здесь, и дальше мы не знаем, что мы будем делать. Весь все путешествие у нас получилось такое незапланированное. Смотрите, это эти красненькие ягоды, они похожи на малину, на лесную, но это их здешние, они называются муранго. Это очень-очень вкусная ягода. Ой-ой-ой, вот она такая. Очень сладко, но с немножко таким кисловатым привкусом. Мы шли около часа вверх, вот по такой вот горе. Я бы в жизни никогда не решилась на это. У меня выбора нет, не было. Все пошли, и я пошла. Вот, и я, честно, на такой высоте и была единственный раз только на Китайской стене. Но там все очень просто. Там особо не нужно никуда лазить, то есть как бы нету возможности упасть, а здесь мы лезли, и под ногами было ничего. Вот, и честно, вниз я старалась не смотреть первое время, но потом уже приходилось, и в какие-то моменты вообще настолько захватывало дух, что дышать не могла. Но ребята, друзья мои, они очень много скалолазят, вот, и поэтому даже сейчас, вот видите, идут, меня снимают. Вот, сверху тоже снимали, снизу снимали, и все это без защиты. Я пользовалась вот этой вот защитой. И надо было надеть шлем, я не знаю. Ах, там да, красивый как-то. Шучу. Да. Мы сейчас сюда пришли. И вот здесь вот такая вот красота. Посмотрите, это просто... это. У меня нет слов. Я, честно, раньше боялась высоты. Когда каталась на сноуборде, не было особо каких-то прям высот огромных. Но если мы ехали на подъемнике очень высоко, я старалась вниз просто не смотреть. Либо я просто привыкала к одной и той же, к одному и тому же подъемнику. Вот, но
Да, высоту я не очень любила. Вот, и, наверное, я не очень ее люблю до сих пор. Но... Пятеро человек мне, давай, давай, у тебя получится. Вот, и получилось. Мы добирались до туда, оказывается, 3 часа вверх и 2,5 часа вниз. И по вот этому вот камню большому мы лазили с... В общем, вот с этой штукой. И когда я поднималась, еще было одно дело. Ну, то есть, как бы мне было просто страшно. Но когда я спускалась, нужно было смотреть вниз. А я это очень не люблю. Вот, и нужно было смотреть вниз. Очень долгое время, где-то минут 40 или час, смотреть, что под тобой просто ничего нету. И... Самое смешное, что люди, которые здесь живут, ребята, которые нам все это показывают, они каждый день вот этот, ну, по этому пути бегают, ходят, вот, и для них это как зарядка, и они вот такие марафоны, в общем, бегают по горам, и они там без ремня, без вообще всего, просто не цепляясь почти, без рук, так взяли, вот так по этой лестничке спустились. И у меня, я когда спускалась, у меня были все эмоции. Мне очень хотелось плакать. Мне очень хотелось вообще остаться там наверху и никуда не спускаться, и прожить там всю оставшуюся жизнь. Я начала кашлять. Это именно такой кашель, который вызывает... Ой, давайте вот так вот пойдем, чтобы... Да, вот тоже смотрели, что там происходит. Это именно тот кашель, который вызывает рвоту. И я, честно, уже не верила, что дойду, но все-таки мы дошли. И сейчас мы куда-то идем встречать закат, точнее, провожать солнышко. Ну, когда я спустилась, все мне хлопали, вот, потому что ребята очень опытные, и они уже прошли вот этот этап, когда страшно, вот. А я еще потом шла и 1,5 часа, и до сих пор, наверное, себя... Не очень комфортно чувствую. Короче, было страшно. И еще одна новость. Я когда шла, я увидела такие маленькие арбузики зеленые. И на этом же кусте были маленькие желтые арбузики. Ну, чуть побольше желтые арбузики. И я их чуть не попробовала, потому что, в принципе, все ягоды, которые здесь есть, мы их пробовали. Я просто так решила на всякий случай узнать, что это такое, и мне сказали, что это смертельно опасно, и это нельзя есть. А я почти попробовала это. Я думала, что это маленькие арбузики. Вот, но оказалось, что нет. И вообще, на самом деле, здесь нужно быть совсем предельно аккуратными. Вот. Поэтому я до сих пор немножко... Я хотела сразу снять вам видео, как я приду, но я говорить не могла. Вот, и... Короче, завтра ребята идут лазить по скалам без страховки. И классический и спортивный вариант. В этом я совсем не разбираюсь, вам не могу сказать, что это такое. Вот, но... Аришка останется заниматься йогой на вершине горы. Вот, то, что там можно на вершину пройти, а можно спуститься вниз, как бы, и потом подниматься, и вот так. В общем, они это будут делать. Я нет. Я все для меня адреналина на ближайшие несколько лет хватило. Потому что это действительно очень необычно. Когда я занималась сноубордом, было легче, потому что ты как-то контролируешь все, а здесь не особо контролируешь. И еще один момент, да, когда я. Мне оставалось уже где-то там, ну, высота была 4 этажей, наверное, 3. По сравнению с тем, что было раньше, уже это было ничего. Вот. И я решила идти без страховки. Я перестала закреплять крепление. Вот. И в этот момент мне молодой человек говорит, который работает здесь гидом, он так говорит, нет, типа, не ведись, все равно цепляйся. Вот. И я зацепилась. И буквально через 5 секунд у меня нога соскользнула. И, в общем, так. Это было страшно. Вот это Флоренция. Флоренция очень много снимает меня.
Она фотограф, видеограф. Девушка, красавица. Еще и лазит по скалам. Это я прям до совраги. В общем, да, друзья. Это было такое необычное опыт. Наверное, я закончу это видео, потому что мне больше сказать нечего. Это был очень необычный день. И я пережила все 100 тысяч эмоций. И уже очень долгое время я не делала каких-то... Ну, не занималась таким спортом, который необычный вообще. И всю жизнь до этого я занималась просто лыжами и сноубордом. И, ну, для меня вот что-то... Вот, сноуборд, лыжи не было чем-то таким вау. Ну, как бы, ну, в смысле, да, это классно, но для меня это не было страшно, потому что я с 3 лет каталась. И этот вид спорта... Вот это для меня было очень-очень новое и необычное приключение. Вот. Всё, да.